Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Лидеры по натуре, они не привыкли уступать и зачастую проявляют свой деспотичный характер. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Носители этого имени ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных сущностей. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Этим людям важно получать стабильность, но при этом чувствовать себя свободными. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Владельцы этого имени стремятся к истине и отличаются целеустремленностью. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.